Всем привет! Меня зовут Ксюша. Расскажу вам про замечательный подарочный набор «Гость из пустыни». Купи ребенку ТВ. Этот подарочный набор для чаепития упакован в красивую подарочную картонную коробку. А давайте откроем ее и посмотрим этот набор поближе. В этот набор входит несколько предметов. Во-первых, это вот такой вот чудесный чайник. Весь набор сделан в стиле, как будто это белый кактус, который приехал к нам из пустыни Сахара. Чайник очень оригинальной формы, у него есть три ручки. Две ручки находятся по бокам, как будто это отростки кактуса. И одна ручка большая, вот за которую я сейчас держу. Также небольшая ручка в виде такого же отростка кактуса у него находится на крышке. Чайник довольно-таки большого объема, его хватит для того, чтобы попить чай вдвоем. Под чайник есть вот такая вот замечательная подставка-подсвечник. Внутрь ставится греющая свеча. Сверху мы ставим чайник, и наш чай всегда будет теплым. Подсвечник также выполнен в стиле кактуса. У него тоже есть два вот таких вот маленьких отростка, которые можно использовать как ручки. Еще в набор входят две чашки. Одна чашка большего объема и одна поменьше. У каждой чашки по три ножки. Ножки также сделаны в виде отростков такого вот маленького чудесного кактуса. И последняя составляющая этого набора – это вот такая вот замечательная вещь. Это ситечко для чая. Внутрь вы можете положить чай, закрыть ситечко. Закрыть ситечко и опустить его внутрь нашего замечательного чайника. При этом мы наружу оставляем его цепочку. Так ваш чай будет очень крепким, наваристым, и чаинки не попадут в чашку. Данный набор станет прекрасным подарком для ваших любимых и украшением вашего стола. Пока, друзья! Смотрите куперебенку.тв. Купи ребенку ТВ.